Всем привет! Сегодня я покажу, как установить jailbreak на самую последнюю версию iOS 13.5. Для начала переходим на официальный сайт Uncover. Все ссылки будут в описании. Спускаемся ниже и выбираем вкладку Windows. В зависимости от вашей разрядности скачиваем iTunes. Запускаем. И устанавливаем. После установки программа предложит перезапустить компьютер. Мы не соглашаемся и нажимаем «Нет». Далее скачиваем AltStore. Открываем архив и запускаем файл setup. Устанавливаем. После установки запускаем iTunes. Вводим свой аккаунт Apple ID. Вводим проверочный код, который появится на вашем iPhone. Теперь переходим в поиск Windows и ищем Alt Server. Для его работы нужен iCloud, поэтому нажимаем на Download и скачиваем. Соглашаемся со всеми условиями и устанавливаем. Теперь нужно установить Alt Store на ваш iPhone. Для этого мы подключаем телефон к компьютеру, нажимаем «Доверять» и вводим пин-код. На компьютере выбираем ваш iPhone, далее он попросит войти в Apple ID. Нажимаем Install и соглашаемся с тем, что на ваш iPhone установится Alt Store. Больше нам компьютер не понадобится, но кабель отсоединять нельзя. Входим в настройки, основные, листаем вниз, управление устройством, здесь жмем «Доверять». Теперь нам нужно зайти на сайт uncover.dev и скачать приложение. Дальше открываем его, нажимаем на иконку «Поделиться» и из списка выбираем иконку Alt Store. Здесь нас снова просят зайти в аккаунт. Входим и дожидаемся установки. После этого на рабочем столе появится иконка Uncover. Запускаем и нажимаем на большую синюю кнопку. Далее идет процесс установки jailbreak. Во время него устройство перезагрузится. После перезагрузки нужно снова зайти в приложение Uncover и повторно нажать на синюю кнопку. После чего телефон еще раз перезагрузится, и если вы все правильно сделали, на рабочем столе появится иконка CD, а это будет означать, что jailbreak успешно установлен.
Если же CDN не появится, то снова заходим в приложение и повторяем те же действия до тех пор, пока она не появится. Надеюсь, у вас получилось установить jailbreak быстро и легко. Если же возникли проблемы, то прошу в комментарии. Мы постараемся ответить на каждый из них.